В ремонтном цехе, как обычно, горячо. Несмотря на то, что несколько десятков сотрудников получили повестки в армию, одно из крупнейших коммунальных предприятий города Ровно не останавливается. География людей, которые приехали до нас в Рівне, вона... География людей, приехавших к нам в Ровно, впечатляет. Это Харьков, Мариуполь, Северодонецк, Рубежная. Люди убегали от войны. Мы с радостью их приглашаем и принимаем в свой коллектив. У нас есть 5 человек внутренне перемещенных, которые заняли должности, которые были у нас на предприятии. Это действительно специалисты высокого класса. Максим – один из них. Когда-то работал на промышленных заводах-гигантах в Мариуполе. В Ровно управляет механической мастерской. Именно здесь его семья начала новую жизнь. З'явились нормальні сни, бо завжди цей місяць десь було... Появились нормальные сны, потому что этот месяц каждую ночь снилось, будто куда-то убегаешь. Когда нет работы, нет дома, уехал с семьей, не понимаешь, что делать. Кажется, что жизнь оборвалась. Здається, що життя якось обірвалось. Каждый день украинский язык Максима становится все лучше, но о том, что пережила их семья в собственной квартире в центре Мариуполя, он рассказывает на родном, русском. Ощущение было, как будто сейчас вот-вот, и все. Максим с женой Людмилой, 7-летней дочерью Лизой и кроликом Крошиком прошли через месяц российской оккупации. Это наш маленький любимчик, мы его взяли, когда нашей дочке было... 3 годика. Первый удар в наш дом пришелся 3 числа, и ребенок очень был перепуганный. Потом у нас эти удары продолжались 24/7. Фосфорные бомбы, кассетные бомбы. Были и уличные бои, и снайпера работали. И было очень страшно. Он хоть и кролик, он помогал нашему ребенку, она его брала. Мы одевали Bluetooth-наушники, чтобы она не слышала этих взрывных волн, этих снарядов. И под музыку она в угол забивалась кроликом, накрывалась одеялом. Первое время мы так сидели, потом также продолжалось в подвале. Кролика спасли из горящего дома, и он счастливо пересидел на руках все блокпосты, когда семья выезжала из города в направлении Бердянска и Запорожья. Уже в домах напротив сидели русские военные. Машина была с белыми лентами, написано было огромными буквами «Дети». Видно было, я несу ребенка, они в меня стреляют. Но это было страшно. Мы падали на землю, мы ползли. Люди выезжали на свой страх и риск. Никакого коридора в городе не было. Никогда. На корточках шли до машины. Стреляли, как бы... Несмотря на то, что ты, ну, видишь, что ты гражданский, у тебя маленький ребенок. Была хотя бы надежда, что все-таки сейчас как бы вырвемся. Максим и Людмила оставались в городе из-за ее больной мамы, нуждавшейся в уходе. Вынужденные делать самый тяжелый в жизни выбор, они решились на выезд, когда поняли, что их квартал упорно уничтожают, дом за домом. Были красные точки попаданиями в дом, потом начинал дом быстро гореть, и вот напротив нас дом был. И люди не успевали выбегать, они с 9-го, с 8-го, с 7-го этажа падали с криками, ну, выбрасывали соком, потому что они прям горели на глазах у нас, и помочь им было невозможно. Это просто вот как-то, ну, как факел, дом начинал гореть. Женщина готовила кушать с ребенком, подъехал танк, снарядом разбомбил эту сетку, на которой они готовили. На глазах 4-летней девочки убила мать, ее просто на части разорвало. Ну, и таких случаев очень много. Сейчас маленькая Лиза, задыхавшаяся от астмы в подвале, мечтает вернуться в школу и дальше вести свой YouTube-канал, который она начала за 4 дня до войны. У кого есть Лего, поставьте много лайков. А переводчица с английского Людмила ищет работу. Беженцы – это везде люди с тяжелой историей, с тяжелой, как бы, но люди из Мариуполя – это, ну, у них своя история у всех. И она будет всегда отличаться от истории других людей, даже там, где бомбят, потому что такое, что творится в Мариуполе, не творится нигде. Мама у нас там умерла в городе, и ее во дворе похоронили. И потом те соседи, которые остались у нас в доме, мы, ну, не в доме, дом сгорел, которые там в подвалах, мы потом узнали, что вырывали эти ямы и людей сжигали. То есть... Они убивают же людей, а потом же сами начинают это все. Я не понимаю, что там происходит. Трудно осознать то, что увидели и пережили эти люди. Однако пытаются найти силы и начать все сначала, и рассказать свою историю. Год назад начал увлекаться игрой на пианино, купил себе синтезатор. Сочинил одну мелодию такую, назвал ее «Музыка моря». Наложил видео
либо нашего Азовского моря, с пирса. И как бы, когда началась война, и все потом сгорело, все было разрушено, и это видео как бы по факту получилось как прощание с городом. Периодически пересматриваю, вспоминаю, как было.